Всем, ребят, привет! Сегодня я выбрался на очередной коп и снова я вышел на пляж. Но когда прибыл сюда, я уже подумал, что зря я сюда пришел, потому что у нас прилив хороший. И все находки, которые я поднимал предыдущие, это, наверное, три выхода подряд. У меня были все верховые. Сегодня я думал покопать то, что в земле, под песочком. Но вода у нас пришла. И все находки, где я поднимал, находится где-то примерно в 10 метрах от прибоя. Так что не знаю, как у меня сегодня получится с находками. Зря я приехал все же. Но раз приехал, что-нибудь да покопаем. Ну ничего, погода нас пока радует. Осадков у нас не предвещается, так что нужно пользоваться случаем и походить. Сегодня мы будем ходить вот по этой вот полосе, хотя все находки были, повторюсь, где-то примерно в этой области, метров 10-15 в воду. Но вот так вот нас, конечно, ГЭС обрадовала неприятно. Ну а так, ладно, посмотрим, что у нас сегодня будет. Итак, ребята, у меня стоящая находка. Поднимаю я монеты, ходячку, но смысла их нет снимать. Ну и поднял я вот такой вот Боинг. Классный, зачетный. Сейчас мы его сплоснем, посмотрим, в каком состоянии. Ну вот такой вот. В принципе, неплохой. Заберем. Может, мелкому понравится. Он любит у меня что-то в этом роде. Самолеты, всякая ерунда. А так ничего. Как находка, можно отметить. Все, продолжаем. Итак, ребята, иду я вдоль вот этой кромочки воды. И здесь небольшой такой затончик образовался. Ну и проходя мимо, катушкой шмякнул. Был хороший сигнал. И выпал, смотрите, что. Вот такая вот вещица. Крест. Но какой-то он странный тем, что это не серебро и не непонятно, что это. Не знаю. Новодел, что ли, или что. Вот такой вот крест. Спаси и сохрани. Вот такой вот он, зеленые патинки. Интересно то, что это так похож на старый обрядческий крест. Но это, наверное, какой-нибудь новодел. Не знаю, интересная находка, конечно. Если кто-то встречал такие кресты, подскажите. Потому что я с таким крестами еще дела не имел. Но все равно заберем эту находку. Нельзя оставлять, как написано на этом кресте. Спаси и сохрани. Что мы и сделаем. Забираем. Ну а так продолжаем советы копать. Вернее, не совет, а ходячку. Ничего интересного пока нет. Продолжаем. Итак, ребят, у меня очередная находочка. Нестандартная. Это не монета. Сегодня коп у меня как-то получается по всякой лабуде. Но только ни серебро, ни золото. Вот такой вот телефон. Так. Что-то он какой-то легкий. Может, без аккумулятора или что? Ну, не знаю. Можно посмотреть, скрыть. Он все-таки не в воде был, а в песке. Может, даже и рабочий. Ну, ладно. Продолжаем. Жалко, что не айфон. Ну, все впереди. Продолжаем. Итак, скрыл я телефон, ребята. Интересно то, что вроде телефон Fly, а аккумулятора Nokia. Аккумулятор не вздулся. То есть нормальный. И внутри у нас имеется две симки. Мегафоновская
еще какая-то. Но что меня больше порадовало, это у нас имеется здесь вот карта памяти на 2 гига. Вот, домой приедем, посмотрим, что на ней. Может, и хозяин найдется. А так, ладно, продолжаем. Итак, ребята, у меня очередная находка. Все, я кручусь там же, где телефон. И поднял вот такую вот штучку. Это у нас, я не знаю, колечко, что ли. Проглядывается белый металл. Вот такое вот колечко. Интересное. Ну ладно. Шмурдячная находка, но все же заберем. Итак, ребята, вот только что я вам показывал колечко. И следующий сигнал. Здесь кольцо поднял. И вот здесь вот сигнал был. И у нас жалко. Но вот такое вот колечко. Очередное колечко. Спаси, сохрани. Но оно настолько тонкое, что оно надломалось. Вот такое вот кольцо. Каждый коп у меня кольца. Спаси, сохрани. Ладно. Блин, интересно то, что, смотрите, надписи, надпись на кольце. Господи. Точка. Видите, как написано? Спаси и сохрани. То есть какие-то английские буквы. Или вообще-то, может, латиница. Ну вот интересно, обычно они на русском, нормально так читается. А это вот прям надписи на латинице какие-то. Ну а так, ладно. Зачетно, забираем, находка все же. Всем гостям моего канала рекомендую подписаться. Здесь вы увидите много интересного видео, что связано с металлопоиском, и полезной информации. Будь всегда первым при просмотре новых видео. А для этого тебе надо подписаться, нажать на колокольчик, поставить галочку, и ты будешь первым оповещен о появлении новых выпусков. Ребята, решил такую забавную, интересную вещицу заснять. Смысл в чем? Чайка прогоняет ворону со своей территории. А ворона такая, зараза, настырная, все равно летит. Блин, туда вон, в сторону. Вон, вон, там вон. В сторону. Блин, и вот, знаете, вот что вот ей надо вот на реке? Вот все равно прется. Ее прогонит чайка, она снова туда же. Вороны такие сущности, блин, противные, мерзопакостные. Ну, умные, зараза. Ладно, все. Я пришел к машине, сейчас буду делать обзор того, чего я нашел. Копали мы сегодня, повторюсь, на пляже. Пляж заброшенный уже, наверное, лет 15. И все находки практически черные монеты. Ну, здесь вот у нас вот переправа. Ну ладно, сейчас спущусь к водичке, попробую от черноты помыть монеты и посмотрим, что из них там вышло. Блин, вернусь я все-таки к этой вороне. Вон там, вон она, чайка гоняет все-таки. Блин, какая же она настырная, зараза. Вот что ей надо, она все равно, блин, носится здесь. Вот специально она дразнит вот эту чайку. А чайка со своей территории ее прогоняет. В общем, прогнала, но сейчас все равно она вернется. Ладно, сейчас я подхожу к водичке, помою находочки и посмотрим, что у нас вышло. Итак, ребята, все, я готов сделать заключение своего сегодняшнего копа. Покопали мы ее где-то примерно 3 часа. Надоело мне ходить, сшибать пробки, крышки и все остальное. Ну а по находкам у меня получилось вот так вот. Вот нахожусь я вот на таком вековом пеньке. Вот на пенечке я разложил вот такие солдатики у меня
все копы попадаются. Это оловянные. У меня были такие по детству. Гранатометчик, моряк. Затем вот такой вот зачетный самолет. Я его заберу, конечно. Вот такая ящерица. Я ее нашел визуально. Вот такой телефон. Интересный телефон. Fly. Я его разбирал. Там оказалась батарейка Nokia почему-то. Но она не вздулась, все нормально. Разберем, посмотрим, что из этого выйдет. Внутри имеется две сим-карты и флешка на 2 гига. По монетам вот такое вот количество. Ничего особенного. Попалось интересно то, что 2 червонца. Так, 4 пятачка, двушечки, ну и все остальное. Из таких вот находок необычных на этом пляже мне встретилось 15 копеек 82 года. Вот такой вот жетон. Жетон МТС. Если кто не знает, раньше такими пользовались в телефонных автоматах. Может и сейчас есть, я не знаю, я не пользуюсь. Ну а из находок интересных у меня вышло вот так вот. Вот такой вот зачетный крест. Не знаю, что за такой за металл, но он легкий. Может, алюминий, скорее всего. Похож на старообрядческий, но это является новоделом. То есть сейчас модно вот такие вот кресты. Вот, и люди идут рядом с модой. Вот такое вот колечко. Детская. Белый металл, но видно, что проглядываются там куски какой-то меди или что-то в этом роде. То есть это не серебро. Ну и вот такое вот очередное зачетное колечко. Это у нас серебро. Вот, ну, интересно, забавно то, что на нем надписи нестандартные. Вот такое вот колечко. Каждый коп у меня кольцо спаси и сохрани. Ну а так вот в целом у меня получилось. Неплохо, я думаю. Где-то 3 или 3,5 часа копа. Ну все, всем пока, ребята. Удачи на копе. По старине, на пляжах. Ну и здоровья вам побольше. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. У меня в подписчиках уже 1250 человек. Чуть больше. Так что будьте с нами, и у нас все будет хорошо. Много интересного. Ждем вас в гости и комментируйте мои видео. Все, всем пока и удачи.